Hola, amigos! Добро пожаловать на четвертый урок. Сегодня мы дадим вам несколько интересных и очень важных движений. Переход через квадрат, шаги в крест и введение в квадрате. Итак, давайте поскорее начнем. Ну что же, сейчас будем делать квадрат с переходом, чтобы использовать больше пространства. 7, 8, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Обратите внимание, что в этом движении девушки идут вперед, да, начинают. Вы потом убедитесь и увидите наглядно, когда мы будем это работать в паре. Дальше. Шаг тоже на квадрат. Только сейчас мы с вами меняем стопы и колени поворачиваются на первый шаг. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Сейчас будем делать шаги в крест. 7, 8, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, раз, 2, 3, 4, 5, 6. Еще разок и раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Давайте еще раз проделаем шаг в крест. Приготовились. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Еще. Раз. Вперед. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да. Здесь очень важно поворачивать корпус вместе с ногой. То есть я работаю шаг. Раз. Увожу корпус назад. И за счет этого уходит моя нога. Три, четыре. И еще раз. Пять, шесть, семь, восемь. Когда мы встанем в пару, вы убедитесь, как это происходит. Теперь очередь обрабатывать это все движение в паре. Поехали сначала переход через квадрат. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Очень важно вот такое положение, чтобы девушка была готова уже к переходу. Очень важно тоже, мальчики, вести ровно девушку вперед, и мы сами выходим в сторону 90 градусов. Раз, два, три, четыре. Как вы только что замечали, я ее разворот сделаю на три шага. Теперь я просто тяну ее вперед, насчет того, что я тоже с ней хожу вперед. 5, 6, 7, 8. Тоже посмотрите аккуратно, как я сделаю перемещение с руками. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девушки, вам важно ходить вперед. Раз, два, три, четыре. Также вперед. Пять, шесть, семь. Очень важно, еще раз напоминаем о том, что руки все время впереди вас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дальше сейчас попробуем то же самое движение медленно и потом на счет. Семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Теперь то же самое движение, только по счету. Семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девушки, обратите внимание, как мы можем с вами здесь работать с руками. Поехали. И. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Свободная рука уходит на бедро, но потом мы отдаем ее партнеру. Раз, два,
3 на бедро и 5, 6, 7, 8. Ну что, сейчас будем делать введение в квадрат, чтобы было красиво. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Как вы видите насчет 4 и 8, всегда нужно будет опускать одну руку. И следующий шаг, очень важно, вести корпус поднесся в сторону. Но затем, на следующий счет, на второй счет, надо будет возвращать корпус. И раз, два. Потом счет идет импульс вперед. Три, четыре. Заново сделаем в сторону, обратно и тянем. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девушки, обратите внимание, что мы также удерживаем рамку. Поехали. Раз. Да, очень важно здесь держать рамку. И возвращаем. Два. И три, четыре. Также здесь пять, шесть, семь, восемь. Теперь будем делать это движение медленно и по счету. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И теперь то же самое движение по счету. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И я уверен, что вы посмотрели уже предыдущие уроки. Теперь надо понимать, что на этот квадрат и переход в квадрат мы можем добавлять еще синкопированные шаги. Это очень важно, чтобы когда музыка была побыстрее, вы могли еще музыкально танцевать. Поехали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Делаем введение в квадрат. И сейчас делаем синкопированные шаги на последний момент. Три, ча-ча, пять, шесть, семь, ча-ча, раз, два, три, ча-ча, пять, шесть, семь, ча-ча, раз, два, три, ча-ча, пять, шесть, семь, восемь. И также переход в квадрат. Мы можем делать такой же синкопированные шаги. Поехали. Раз, два, три, пять, шесть, семь. И раз, два, три, ча-ча, пять, шесть, семь, ча-ча, раз, два, три, ча-ча, пять, шесть, семь, ча-ча, раз. То есть самые синкопированные шаги сейчас будем делать через переход квадрат. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, ча-ча, 5, 6, 7, ча-ча, 1, 2, 3, ча-ча, 5, 6, 7, ча-ча, 1. И теперь будем делать шаги в крест на полузакрытой позиции. Поехали. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мальчики, очень важно давать направление девушке вовремя. Ни раньше, ни позже. Именно когда мы делаем первый шаг, у них есть вес, лежат на правой ногой. И тогда мы сделаем сразу разворот, который сразу нам дает возможность перенести вес на следующий шаг. И теперь корпус ровно, пауз. И раз, два, три, четыре. Также шаги мы сделаем вперед на второй счет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девушки, от вас просьба, не танцуйте, пожалуйста, сами. Попробуйте почувствовать, когда партнер ведет вас на этот шаг. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. И еще раз. И раз, два, три,
4, 5, 6, 7, 8. Теперь будем делать такие шаги, медленно и по счету. 7, 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И теперь поехали на счет. 7, 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Теперь делаем такое движение медленно, но все комбинации, потом на по счету и под музыку. 7, 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 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 Ну что, теперь делаем в темпе. 7, 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 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 Quizás tú, quizás yo, ¿dónde, cuándo y por qué? ¿Quién falló? Si demasiado yo te amaba y fue un altar, me juraste ser fiel. Alma te entregabas, en nuestro nido queda nada. Lleguemos a un acuerdo, rescatemos nuestro amor, aunque sea en otra ocasión, que reviva la pasión. Un dedo nos da por el sol, este Romeo ya no da flores, y mi querida Julieta ya no te asomas al balcón. Итак, в любом деле важна практика. И наше домашнее задание на сегодня – это отрабатывать все движения в квадрате. Увидимся совсем скоро!